Все, говорит, вы в прямом эфире. Что, да, прикинь, главная повариха. Но я, как и обещала, лежит еще весь в героях, ты в героях же, да? Ой, всю болит, мазь отлежал, все это что ж такое? Это сколько часов подряд ты играл? Я не играл. А что ты? Мочил злодеев. Дожди. Ой. Магия. Не, магия меча. Магия масочка, ё-моё. Магия масочка. Ладно, пойдемте готовить торт. Подождите, сейчас я вас поставлю. Сейчас я вас поставлю, потому что мне еще параллельно снимать надо будет. Короче, мне все сказали, что вот это коржи говно. Что они типа прогорклые и все дела. Но других у меня нет. Так что будем делать Наполеон. Какой вкусно получится? Будет, да, не надо. Так, тебе нужна тарелка. У меня есть доска, я все на доске делаю. На доске? Да. Yeah. Ну что, я начинаю запись? Да. Yeah. Давайте, друзья, вы пока присоединяйтесь, а у нас установлен. А это потому что долбанная Бикси. Тварь. Плохо видно. Плохо видно? Ты подожди, узнаем. Так, хорошо или плохо видно? Рассказывай. Да, пока рассказывай, чтобы я, если что, включил этот. А мы на Wi-Fi или без Wi-Fi? Нет, это сейчас без Wi-Fi. Вот его не угадаешь. Да, он то с Wi-Fi, то без Wi-Fi работает. Так, приветики все пока присоединяются, передают приветы. Он даже с самой Швейцарии нам передает привет. Самой? Ребят, все хорошо с качеством, чтобы я уже к съемке переходила. Все нормально, говорят, все нормально. Но... Все отлично. Сейчас, подожди, мам. А мне хватит вот это... Чего? 5 коржей. Я как раз-таки боюсь, что у меня мало масла и сгущенки как раз-таки для 5 коржей. И тебе один надо будет оставить, чтобы покрошить сверху. Шпак не крошит. Шпак не крошит, так и назовем. Так, ладно. Давай. Девочки, мальчики, я сейчас начну пока съемку. Ну, давай, ты уже не томи. Я не томлю. Ну, быстрее, я уже сладенького хочу. А, то есть мороженое Сникерс. Кстати, он сожрал мое мороженое Сникерс, друзья мои. Так я играл, ничего не помню. Состояние аффекта. Он съел мое мороженое. Спокойно. И теперь готовит торт Наполеон. Это будет шедевр. Шедевр кулинарной мысли. Мы просто взяли готовые коржи. Масло, сгущенка, брусничное варенье. Ну что, понеслось? А ты в курсе, что вообще-то крем делается? Подожди, я сначала первую порцайку, это вот это пойдет, понимаешь? Варенька? Варенька брусничная у меня идет. Она, знаешь, я люблю, когда немножко такое сладкое. С кислинкой. Да, с ягодками такой. Вот размусякиваем. Так, первая часть есть. Так, все, друзья, теперь я пока с вами болтаю. Мы, кстати, ненадолго, потому что в 8 часов вечера с его уже страницы будет полноценный культурный бухач, где я сейчас выберу все вопросы под своим утренним постом. Пишите темы, если кто еще не успел, чтобы мы все это обсудили, потому что я сейчас отфоткаю, и все, на эти вопросы будем 8 часов вечера под чаюк, пока еще под чаюк, друзья мои, будем не болтать. Не надо с этим страдающим голос. Спасибо. Пока еще чаюк. Но, друзья мои, с 17 января я буду в прекрасном отеле. О, уши аж отваливаются, я чувствую его негатив. И страхи. Слушайте, чувствую... Покажи, самое главное. Чувствую я себя великолепно. Я уже второй день на тренировке была. Давай. И сверху кладем вот так вот коржичек. Это как в песочнице. Приминаем тяп-ляп немножко. И дальше начинаем делать вкусный крем от меня. Ну, мы сейчас посмотрим, насколько его фантазия. Я надеюсь, ты будешь делать по классике. По классике, никаких, да, экспериментов не будет. Скурку мой. Давайте всем вот так пятюнечку, всем привет. Потому что, чтобы... Пятюнечку? Пятюнечку, вот так вот пятюнечку. Да, всем привет. Вот, в общем, настроение суперское. Тем более, я сожрала 4 мороженки и Сникерс. И мне очень хорошо. Сейчас, подожди, я еще не готов. Давай. Давай. Тебе ложка в любом случае нужна будет. Зачем спокойно нужна? Кладем немножко маслечка. Давай, вытерюпаю все. 44 секунды. Да, господа. Господа, да, господа, ваши ставки относительно тортика. Но я тебе могу сказать, что он должен стоять долго. Он будет стоять, мать. Поехали. До ночи, а ночью он будет... У тебя 44 секунды. Поехали. Дальше добавляем сюда немножечко сгущенки. Вообще-то надо все выливать. Ну, всю сгущенку, да, я хоть это... Немножечко. Немножечко, давай. Капельку. Так.
У нас всегда хорошее настроение. Нет, слушайте, бывает. Он мне так сейчас взъел мозг. Вы не представляете, как он мне взъел мозг на такой, она меня не слушает. На такой пустоте, что... Сама-то пустота. Я же даже, понимаете, я просто даже... Сказал, делай. Я даже ничего не сказала. Я просто замолчала. Знаете, здесь даже спорить было бесполезно. Потому что ты лупиздень. Я не лупиздень. Просто ты давно должен, а он все никак не может за 4 года смириться, что я сама по себе, понимаете, и сама принимаю решение, ни с кем не обсуждая это. Как это сама по себе? Мам, я всю жизнь так жила. У меня... До меня. У меня твоя жизнь или сама жизнь до меня и после меня. Ты понимаешь, что у меня в крови уже, в генах, в ДНК самостоятельность. Послушай меня, девочка моя. Ты че дерешься? Девочка моя, знаешь что, это он бабулькам своим подружкам на лавке рассказывает истории своего прошлого. Так, показываем. У меня как раз 7 секунд. И вот она магия, магия, магия крема. Крем будет великолепный, кто бы сомневался, да? Все, одну роль готовим. Так, что-то никаких вопросов пока не пишут. Он здесь шумит. Знаешь, что в детстве я любила и по сей день я люблю? Это, конечно, тоже не отнять. Это после облизать вот эти вот штучки, они очень вкусные. Это самое лучшее, где-то настроение поднимается. И это очень приятно. Ну, как его убивает. Ну да. Давай, Зин! Газуй! Мать, какой объем сейчас имплантов в груди? Был 755, сейчас 490. Привет, Саша. Ну вот так опять всем привет, чтобы не перечислять ни города и никому там вот это вот персонализации. Просто я вас всех люблю, целую. О, это можно лизать вечно. Так. О. Мать. Мать. Подожди. Вечно буду только сосать, а это оставь мне. Ну, что сосать? Куда ты кладешь? Ты понимаешь, даже положить не можешь нормально. Слушай, ты знаешь, что ты реально Зина, только ты уже не Зина, ты уже старушка, бабушка Саша. Показывай. Да? А ты что, еще новое видео, что ли, уже? Да. Вот ты снимаешь. Вот так вот, смотрите, сбили, он уже такой у нас воздушный, и прокладываем вот такими вот слоями теперь кожу за кожиком. Ты мне вон, видишь, кожу содрал, чем? Впрочем. Не знаю, чем ты тут. А я как тебе могу? Вы не знаете, можно ли только нижнюю губу увеличить? Я верхнюю не хочу. Конечно, можно. А целая куча гиалуроновой кислоты, когда можно скорректировать что угодно. Иногда бывают, знаете, такие провальчики, когда достаточно буквально чуть-чуть объемчика где-то добавить и выровнять, это вообще без проблем. Так, девушка. Так, девушка, скоро экзамены, пожелайте мне удачи. Давайте, всем удачи, кто сдает экзамены, пишет дипломы, чтобы все было хорошо. Давай еще и так слой за слоем. Итак, слой за слоем строим нашу пирамидку. Я что, облизываю тарелку? Нет, я. Так. Скажите, пожалуйста, как после праздников остановиться жрать? Знаете, это очень сложно остановиться жрать, когда не только после праздников, но и когда ты приезжаешь с Улплюзева. Когда ты жрал 2-3 недели, а потом такой приезжаешь, увидел весы, заплакал, расстроился и опять начал жрать. Ну, а если серьезно, у меня на фитнес-массе как раз есть и меню на неделю, как похудеть. Вот, ну, жрать, конечно, веселее, а так надо трудиться, контролировать питание. Само весело? Мне сейчас офигенно, друзья мои. Мне сейчас очень хорошо. Я не курю, никогда не курила. Так, мать, шея идеально ровная. Слушайте, ну еще, видите, какая она с синяками. Еще отек здесь. Потом моя лебединая шея такая опять тоненькая станет. Вот качать надо было шею, как борцуха. И не было. Мать, почему не мой машина, это не мое, тем более не в Москве. Рост у меня 172. Пора худеть, никак не возьмусь за себя. Я вам так скажу, с 17 числа по 27 января мы будем в Турции. С 31 по 2 мы будем в Санкт-Петербурге. И вот после 2 числа, когда я вернусь снова в Москву, девочки, я вам обещаю, мы будем с вами вместе худеть. Опять мотивировать друг друга. А дальше мы будем вместе жреть? А пока я восстанавливаюсь. У меня постоперационный период. Почему голос глупый? Потому что голоса... Она и сама не нежная. Да. Я не романтичная. Я сейчас как раз смотрела серию про романтику.
«Секс в большом городе». Я умирала, потому что я вот тоже не романтичная вообще нисколько. Синяки – это фигня, уже результат классный. Да, я совершенно с вами соглашусь, когда это все уйдет, будет очень круто. Так, мать, у вас есть разрезы, где ушки? Как процедура называется? Да, это была подтяжка нижней трети лица. Да, вот здесь вот у меня разрезы, но этого на самом деле ничего видно не будет. Когда все заживет, все будет круто. Кострома нам передает привет. Кстати, нас с тобой из Костромы, костромчане, по Костромичи. Я все время, простите, забываю, как правильно и как, на что вы обижаетесь. Ну, в общем, жители Костромы нас поздравляли с тобой, которые встречали Ира и... А, прикольно. Да, вот. Молодцы, спасибо. И показали, что бутылку шампанского, которую я подписывала, она еще нас ждет. Они нас ждут в гости. Так что Кострома у нас просто обязательно. Почему всегда Доминикана, а Таиланд как вам? Слушайте, я вам так скажу, мне Таиланд не нравится. Так, а можно чуточку вашего внимания, душа моя? Я сейчас расскажу, почему. Ни в коем случае страна очень хорошая, и там найдут каждый свои прелести. Дагестан, привет, сейчас расскажу. У тебя 14 секунд. Поехали. И вот эта вкусняшка, понимаете, да, там свой у нас бруснички. Ты говорила, не хватит, все хватило. Здесь 180 граммов, из них, наверное, у нас 20 граммов здесь ушло. 160 граммов масла здесь. Пачка сгущенки. И все это отправляется в холодильник ненадолго, что ночью я это все равно съем. Или на рубрике «Зажег ТВ», да, вам понравится. Мам, ты еще будешь хрустеть как бы. Да, не переживай ты за меня. Мам, у тебя там 35 секунд. Где 35 секунд? Так, Санкт-Петербургу, замечательный привет. Мы с 31 января по 2 мы как раз будем в Петербурге. Пока приветики мы передаем. А, так по поводу Таиланда и Доминиканы. Я как раз сегодня только об этом размышляла. Дело в том, что это разные части света. И вы должны это понимать. В Таиланде это минус 4 часа. И вот, например, мне, я сова, для меня это вообще убийственно время. Мне минус 4, это, соответственно, я и так-то здесь встать не могу. А это отмотайте еще минус 4, это еще рано раньше вставать. Блин, как вкусно. А Доминикана, это наоборот, плюс 11 часов. Это когда у нас в России час дня, у них там 6 утра. И то, что ты там просыпаешься в 6 утра, там прекрасный климат. Во время близости ты как называешь меня? Зина или мамка? Не так и не так. У нас разные игрища бывают. Мой нежный и ласковый зверь. Чего, блин? Как ты меня называешь? Нет, это я не могу сказать в эфире. Не пойму. Ну, не мамка, не Зинка. Ладно, Масюня. Что? Давай. Пошли лизать тарелку? Пойдем лизать по очереди. Лизать по очереди. Короче, до встречи. Ай, мне нельзя ржать. Аккуратно, Мася. Держи. Ой, киньте ссылку в Ютубе на Масю. Заходите на Ютуб, пишите «Мася Шпак», и сам Ютуб тебе говорит, где Мася. Да. Ладно, друзья, давайте до 8 вечера. В 8 вечера мы обязательно еще с вами раз встретимся. Подожди, у меня есть идея, как закончить это видео. Ну давай. А что ты дерешься? Так, ладно, друзья мои, давайте я с вами не прощаюсь до 8 вечера. Все, чао, крошки.